Всем привет, ребята! Сегодня я поиграю в игру Art of War, онлайн-стратегия. Немножечко я уже успел в нее поиграть, и, в принципе, игра играбельная, как ни странно. Нет реклам, есть, точнее, русский язык. Немножко задумался, извиняюсь. Вот, так, улучшение завершено. Сейчас я улучшил штурмовика и штурмовую винтовку. Также его броню. Ну, нам показывают еще, нужно улучшить, можно улучшить. И это будет стоить уже деньги. Поначалу было это все бесплатное. Ну, как бы, как в любой такой подобной игре, дают бесплатные фишки, да, изначально, чтобы вы могли там быстрее все улучшать. Но так, если я не буду тратить фишки, ну, например, 9 минут это все будет улучшаться, и это не предел. Скорее всего, если вы будете серьезно играть в эту игру и прокачиваться, то это будет днями, скорее всего, улучшаться. Так, получаем мы награду за то, что мы сделали задание улучшения. Сейчас я хочу перейти в бой, посмотреть и показать вам геймплей. Удар по снабжению. Выполнить миссию ОС. Спутниковая разведка обнаружила базу противника. По всем признакам это база обеспечения. В общем, скорее всего... Вот, две миссии я уже прошел. Обнаружена база на побережье играет важную роль. Сопротивление уничтожить ее. Нам нужно уничтожить вражескую базу. Ну вот как раз сейчас вы посмотрите геймплей игры. Ну, сколько я третью миссию прохожу, ни одной рекламы не было. Ну, скорее всего, рекламы здесь и не будет, потому что, ну, рекламы в основном вставляют в такие дешевые проекты, там, какие-то гринделки, какие-то головоломки, там, дешевые, одноразовые. Ну, это более-менее такая адекватная игра. Так, что-то мне там пишет уже, недостаточно энергии. Что это? Это моя база, да? Укрепление выстрелено, но инфраструктура базы сильно повреждена, отступать нельзя, порт должен быть взят. Что нам нужно? Обороняться до прибытия помощи. Так, нужно нам построить электростанцию. Вот этот краник здесь, походу... Строятся различные здания. Так, строим здания, чтобы заработали наши казармы и вся инфраструктура. Обнаружен противник. Это печально. Ну, противник-то обнаружен. Я понимаю, но у меня нет энергии. Так, есть казарма. Так, полковник, так, энергосбережение восстановлено. Отремонтируйте бункеры. Ремонтируем бункеры. Сюда можно будет загнать солдат из бункеров. Они обороняются, в принципе, отлично. Построить центр снабжения. Пока юнитов я заказать не могу. Обнаружен противник. Почему я не могу заказать в казарме? Наверное, нету ресурсов, потому что в предыдущей миссии я заказывал юнитов, и они... появлялись. Так. Ожидаем, пока закончится строительство. В принципе, можно было бы, как для разработчиков, немножко быстрее это все ускорить. Как по мне, ну, им видней. Тренируйте пехоту в казарме, чтобы собрать штурмовой отряд. Ну, вот теперь можно нам тренировать пехоту. Все, не хватает вот этих вот ресурсов. Пустим их в бункер.
Или же сюда лучше бункер. Или же пусть обороняются здесь. Я так понял, солдат в бункер пускать нельзя, да? Давайте попробуем еще тренировать. Ну, один юнит стоит 40 ресурсов. Где же наше подкрепление-то? Так, противник исчерпал свои ресурсы, уничтожьте порт. А, порт. Так, нам показывают стрелочками, куда идти. Давайте мы соберем всех наших юнитов. И, в принципе, можно двигаться, открывать карту и смотреть. А, и подкрепление пришло. Ваш юнит атакован. По пути нам тут встречаются маленькие отряды вражеские, мы их, в принципе, легко уничтожаем. Так, где-то рядышком должна быть уже вражеская база. Вот эта вот кнопочка посередине справа, это стрелочки такие в разные стороны. Это объединение всех юнитов в одно, и вы можете управлять всеми отрядами одновременно. Так. Давайте, наверное, вот эти вот здания будем уничтожать. У них здания какие-то покруче, чем наши. И вот штаб ихний. Сразу. А, это не штаб. Или штаб. Ну, не знаю. Ну, вертолетная площадка, вижу, есть на крыше. Наверное, штаб, скорее всего. Я так думаю. Нет, все-таки нужно полностью все уничтожить, я так понял. Я думал, если я сейчас разрушу этот штаб, то все закончится. В принципе, игрушка, ну вот, если оценивать по 10-бальной системе, ну, на троечку тянет, на троечку пойдет. В принципе, можно провести здесь время, никуда не напрягаясь, поиграть с удовольствием, кто любит стратегии такие. В принципе, игры хорошие. У меня на этом все, всем пока.